Всем привет, друзья! У нас уже следующий день. И вот Сережа в этот раз уже подключил мойку. В прошлый раз мы хотели ее подключить, а не получилось, потому что не было какого-то там переходника, чтобы воду подключить, да? Угу. Вот, а мы купили в Леруа его. И вот теперь, видите, Сережа чуть-чуть машину так обдал, чтобы она была почище. Ну, хоть грязь сбить, потому что она у нас очень грязная была. Ну да, чтобы назад вообще грязь не дышь. Так, я поодаль стою. Боюсь туда идти. Сейчас все обрызгает меня. А у нас сегодня, кстати, холодно, прохладно. 1 градус всего, хотя обещали вначале 13, потом 7, но в итоге вот 1 градус тепла. И даже шел снег. Я когда утром проснулась, смотрю в окно, снег. Ну, он, конечно, тает сразу, потому что плюс 1. Но вообще вчера дождь был, и я думала, что тоже, но будет дожди. Вот. А нет, прямо снег, представляете? Вот так у нас, в принципе, все потаяло. Вот кое-где снежок лежит. Тот снег, который выпал, сразу, конечно, растаял, но все равно. В общем, вот такая погода нестабильная. В этом году апрель что-то вообще холодный. У нас получается уже сегодня-то какой апрель? Я вам скажу сейчас. Это уже 16 апреля. Пол апреля прошло, и все, 0,1. Не, ну было 13 вчера. Но бывает и до 0,1 опускается, днем причем. И все еще снег. Вот так вот. В общем, я даже сегодня, видите, шапочку надела. Все. Сейчас поедем в магазин съездим, купим что-нибудь покушать, приготовить. Ну, вот пока Сережа решил мойку запустить и чуть-чуть ополоснуть машину, потому что она, конечно, вообще грязнючая. Погода-то, видите, какая. То снег, то дождь, то слякоть. В общем, это все время летит, и даже мыть невозможно. Машину помоешь, только выйдешь на трассу, ну и все, через 5 минут она такая же, поэтому смысла никакого нет. Если уж так вот ее не мой, когда грязная погода на мойке, ну так, изредка. Летом, да, почаще. Ну вот, мойка сейчас обмою чуть-чуть, уже будет хорошо. Друзья, в общем, Сережа помыл чуть-чуть машину, и мы приехали в Перекресток. Купим сейчас еду на сегодня. Смотрите, какая собачка миленькая. Вот видите, какая у нас машинка чистенькая. Ну, конечно, не совсем. Сережа без шампуня мыл, но в любом случае. В любом случае она стала намного чище, потому что была уж очень грязной. Ну, какая собачка, видите?
Не, только она более-менее недалеко, так даже так не, я вот сняла ее, так нормально. Я сказала, что без шампуня, но так они... Не совсем идеально белые, но так. Сойдет. Вот, хотите маленькую тележку? Если такую взять, так много не купишь зато. Не будешь. Да. Это у тебя такой нету? Такой. Какой месяц? Апрель. По-моему, ты же попал за апрель, нет? Нет. Сереж, как всегда. Это был март. Еще как всегда. Как всегда за рулем. Конечно, за рулем. С рулем. Я не так пользуюсь. Вот автошампунь Сережа взял. Он им пользуется так, шикает на стекло. Поэтому у него закончился, хотя он даже не мыл машину с ним. Так, что такое? Носочки. Угу. 8,39. Ну, такие можно взять, Даньки. А может, Маша, я не знаю. Мне, наверное, они ему, наверное, малы будут. Не знаю, одни возьму. Других размеров нет. Я взяла вот черные такие, вот эти с зеленым полосочкой и вот такие Маш. Bad Girl. Это какие-то ушки. В общем, вот такое. Так, здесь бантики, резиночки нам не надо. Такое. Мягкие, ну ладно, вроде пока не надо. Вот ободок. Маша иногда просит ободок, надо посмотреть. Ободок какой-то хреновенький, я его не стала брать. Так, вкусняшки. Вот эти вот я вчера взяла, вот эти желтые. Все-таки они очень маленькие. Так что для Ричи, конечно, нет смысла такое покупать. Надо что-то другое. Что-то другое. Ну, видите, а того нет, то, что мы покупали ему. Так, ладно, я иду к... Сережа, он сказал, что он в мясе. Где мясо? Где мясо? Так, вот такую кружку я бабушке взяла. Она, кстати, очень довольна ей. Сказала спасибо. О, смотрите, какая еще прикольная. Прикольная кружка. Хочу такую взять, что ли. Ну, в общем, вот такую кручку взяла. Прикольно. Либо для декора, либо так. Сережа взял хлебушек. Белый у нас еще остался, да, там? Колбаску одну мы съели вчера. Да, ну что, а где мясо? Нету мяса. А плохо? Почему нет? Где оно? Пойдем посмотрим. Приехали за мясом, мяса нет. Сейчас посмотрим. Так. Видите, курочка есть, но она не в соусе. Вот. Нечего брать. Шашлык какой-то. А это что такое? Это хрюшка. Окорок вон там. Ну, может, вот такой окорок взять? Это что-то тут же кто сам. Это вообще ребрышки. Ну, да. Это все свининка. Да, там что, стейки? Колбаску не хочешь? Не. Жирная, да? Да. Там, знаю, неизвестно, может, она вкусная, а может, нет. Там сколько? Есть, но я там боюсь брать. Почему оно? Куда-ка? Может, пропечу? Ну-ка, где оно? Где оно? В общем, решились мы, взяли голень куриную в маринаде. Ну, мы спросили, он сказал, что их не залеживает, все разбирают. В принципе, я тоже думаю, в перекрестке не должно. Конечно, он все списывает. В общем, 200 кг получилось на 326 рублей. Ножки это, ножки в маринаде. Сережа еще вон полу взял. Пил полу.
колу. Так, взяли еще лейс. Вот такие. И лейс. Ароматные ребрышки барбекю. И вот еще швепс я взяла. Лимон и мохито. Ну, пускай там стоит, а может что-то выпьет. Все. Так, сок томатный. Сейчас по акции в Перекрестке за 100 рублей. 99.90. Вот, вы взяли 4 штучки. Ну, вроде... А, подожди, на салат там. Тогда надо хотя бы помидоры, овощи взять. Так, идем в Эльдорадо. Решили зайти просто посмотреть. Мимо ехали. Что тут, по каким ценам сейчас сориентироваться.